Бал Маскарад – веселый праздник с переодеванием в причудливые костюмы. Несколько столетий назад считался едва ли не главным светским событием. Редкое произведение классической литературы не упоминает волнительные подробности подготовки, эмоции и страсти с этим связанные. Атмосферу той эпохи уже третий раз со всем изяществом воссоздают организаторы Большого бала Маскарада. Я вдохновилась, я жила в Крыму какое-то время, увидела там Большой Севастопольский бал. Это у них такое грандиозное событие, которое проходит раз в год, туда съезжаются люди со всей России. И мы вдохновились, что нужно у нас провести такое же мероприятие. И это уже абсолютно оригинальный жанр, то есть такого бала, как у нас, в таком масштабе, в таком формате нет в России нигде. Мне нравится очень атмосфера, которая царит на нашем балу. Это настоящий общественный бал. Я думаю, что у многих сердце откликается возрождение традиции. Люди хотят какого-то яркого культурного отдыха, чего, к сожалению, нет у нас в городе Челябинске. Потребность людей одеться красиво, выйти в свет, себя показать, на других посмотреть. Это очень важно. И у нас очень много семейных пар, которые здесь обретают какое-то новое дыхание в своей жизни, в семейной. И в наши дни бал Маскарад требует тщательной подготовки. Необходимо подобрать наряд, разучить танцы и познакомиться с программой и особенностями церемониала. Все это придает событию статус уникального культурного явления. Мы все дружно участвуем в этом мероприятии. Сегодня вечером мы обязательно будем танцевать. Когда трепещут эти звуки и дразнит ноющий смычок, слагая на коленях руки, сажусь в забытый уголок. И как зари румянец дальний или дней былых немая речь, меня пленяет вихрь бальный и шевелит мерцанье свеч. Каждый танец на балу – это игра, основанная на свободе движений. Зная элементарные правила, принять участие в действии могут все, кто давно мечтал побывать в настоящем дворце и почувствовать атмосферу прошлого.